Здравствуйте, меня зовут Ахмед Адиль. Я специалист карьерного центра города Кокшетау. Я вам хочу рассказать о регистрации качества лица ищущего работу через портал Инбик. Для того, чтобы стать на учет, нужно иметь при себе электронную цифровую подпись на физическое лицо. У нас также имеется зона самообслуживания для людей, безработных граждан. Через данный портал мы можем зарегистрировать любого человека безработного, главное, чтобы иметь прописку по месту жительства. При регистрации мы можем также оформить человека на пособие по безработице. Также можем создать через данный портал резюме для данного человека, чтобы через личный кабинет он мог направлять свое резюме в предприятие, которое он выбрал свою вакансию. Данный портал, он является республиканским порталом. То есть любой человек, находящийся в других районах, в других областях, он может зарегистрироваться самостоятельно. Также может зарегистрироваться через ИЦП и через мобильный телефон. Данный портал, он дает возможность человеку просматривать другие вакансии в других городах. Данный портал еще также позволяет не только регистрация для физических лиц, он также можно регистрировать и юридических лиц, работодателей города Кокшетау. На данном портале мы можем также для физических лиц мы можем вытаскивать справки для безработных граждан, если им нужно эти справки, например, для банка, для школы, для детей, например, что данный человек, например, является безработным. То есть имеется, можем вытащить подтверждающий документ с данного портала. Дает возможность также самостоятельно можно зарегистрироваться качество лица и работу через дом, в домашних условиях. Также можно подойти к нам на Сулейманова 20/2, карьерный центр города Кокшетау. И здесь у нас уже полную консультацию могут дать специалисты наши. И поставить здесь на учет. И полную консультацию дадут по вакансиям, по созданию резюме, а также предоставление справки через данный портал. Данный портал, у него есть плюсы. Получается, у нас есть временные рабочие места, это государственные программы. То есть они все государства выплачивают сами. То есть выделяется определенная сумма денег, например, на такие вот программы, как молодежная практика, общественные работы. То есть люди могут, если, например, не нашли постоянную работу через данный портал, они могут поучаствовать в государственных услугах и направиться на временные рабочие места. Именно вот по городу Кокшетау. На такие виды работ, как социальные рабочие места, общественные работы, молодежная практика, карьера, серебряный возраст и контракт поколения.